субботу в нашем регионе сохранится прохладная и сухая погода. 18 августа в Сарове ясно. Утром плюс 11, днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ночью плюс 9. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно. Утром плюс 11, днем столбики термометров поднимутся до плюс 21. Ночью плюс 12. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно. Утром плюс 10, днем до 23 градусов тепла. Ночью плюс 11. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.